Станция метро Пролетарская. Следующая остановка – Большой Симоновский переулок. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы. Уступайте места людям с ограниченными возможностями, чтобы людям пассажирам здесь. Ссылка. Кстати, сейчас перед нами задняя часть корпуса, где упаковывались автомобили «Москвич», отправляемые на экспорт. Сейчас там склад фирмы «Ле Море», и там пластиковый тар или что-то в таком духе находится.
Напоминаю, это был сталелитейный цех, построенный в 1948 году. Вот, наверное, последние кадры этих стен.